Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы рады вас приветствовать в этом замечательном, уютном зале, в этот прекрасный весенний майский день. Мы бы хотели, чтобы на время концерта вы смогли отвлечься от своих повседневных забот, проблем и погрузились в прекрасный и удивительный мир музыки. Но перед тем, как мы начнем, мы просим вас отключить средства мобильной связи, так как это может вас помешать нашим юным вокалистам, которые очень-очень волнуются. Сегодня вашему вниманию мы представляем концерт учащихся класса вокала детской школы «Искус гармонии», класс преподавателя Лилии Анатольевны Прошаковой под названием «Вокальная феерия», который мы приурочили к Международному дню защиты детей. Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. Праздник был учрежден в ноябре 1949 года в Париже. Решением Конгресса Международной демократической федерации женщин и впервые отмечался в 1950 году. Работа с учащимися класса вокала, как мы уже говорили на нашем экзамене, ведется в двух направлениях. Первое направление – это разучивание и исполнение вокального репертуара в рамках камерного вокального концерта, который предполагает исполнение в небольших концертных аудиториях, ну, так называемый учебный репертуар, который мы готовим к экзаменам и сдаем на оценку. Такой экзамен у нас прошел в минувшую пятницу, и все вокалисты удачно его выдержали. Здесь аплодисменты. Поздравляем наших вокалистов. И второе направление – это исполнение вокального репертуара в рамках эстрадного вокального концерта, рассчитанного для выступления в больших аудиториях, в больших концертных залах, уже в сопровождении не фортепиано и с концертмейстером, а в сопровождении инструментальной фонограммы и с использованием микрофона как дополнительного средства подзвучивания голоса для выравнивания звукового баланса между детским голосом и фонограммой. Итак, наш сегодняшний концерт – это результат работы с учащимися не за один учебный год, а за целых 3 учебных года. У нас накопился огромный концертный материал, и он стал настолько велик, что возникла необходимость все это выделить уже в отдельный концерт именно класса вокалистов. Сегодня мы вам покажем театрализованные, яркие концертные номера, с которыми наши юные вокалисты уже неоднократно выступали на школьных и городских мероприятиях, выступали на международных конкурсах детского творчества, где они были удостоены призовых мест. Каждый номер — это мини-спектакль, к которому создается отдельный образ, задумывается и шьются специальные костюмы, создается реквизит, записывается инструментальная фонограмма, учитывая индивидуальные особенности каждого учащегося. Ставится специально задуманная каждому номеру хореография. С каждым ребенком работает в отдельном плане хореограф. И таким образом у каждого учащегося класса вокала есть возможность передать образ не только посредством голоса, посредством музыки, но и через пластику тела. И в итоге концертный номер превращается уже в настоящую сказочную феерию. Мы так и назвали наш сегодняшний концерт, с использованием красочных костюмов и применением сценических эффектов. Итак, наш сегодняшний концерт открывает «Песни короли» из французского мюзикла «Ромео и Джульетта». Премьера мюзикла состоялась в Париже в 2001 году. То есть мы в своих концертных номерах используем и совершенно новый репертуар, который создается вот уже в наше современное время современными композиторами. В оригинале песня написана для мужского трио. А мы сделали свою интерпретацию, адаптировали эту песню для детского исполнения. И сегодня она прозвучит в виде исполнения квартета. Премьера этого нашего номера состоялась на отчетном концерте школы под названием «Весенние метаморфозы», который состоялся 25 апреля на сцене Большого концертного зала Волжской городской филармонии. Итак, слова и музыка Жерара Пресбюрвика, русский текст Наума Олива, «Песни короли» из мюзикла «Ромео и Джульетта» исполняет вокальный квартет. Захар Скляров, 3-й класс, Маргарита Бутова, 4-й класс, Виктория Шалаева, 4-й класс, и Алиса Чумаченко, вновь 4-й класс. Итак, приветствую. Поделён, сугроб это гром, очень просто в нём быть.
Наш следующий концертный номер исполнят девочки из третьего класса, Оля Новикова, Алиса Араян. С этим номером девочки получили звание дипломанта второй степени ежегодного международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира» в номинации «Эстрадный вокал дуэт». И звание лауреата первой степени международного конкурса фестиваля детского и юношеского творчества «Слався Отечество» в номинации «Эстрадное пение дуэт» в городе Волгограде в 2014 году. Итак, музыка Евгения Крылатова, слова Михаила Плесковского, дуэт эльфов. Исполняет вокальный дуэт Ольга Новикова и Алиса Араян. Третий класс. Приветствуем наших радостных эльфов. Наша юная дебютантка Вероника Крагина. Она к нам пришла только во втором учебном полугодии этого года, но уже делает свои шаги на эстрадной сцене, довольно уверенные и успешные. И нам Вероника исполнит песенку «Кашалотик». Слова, музыка Раймонда Пауза, слова Ильи Резника, песня «Кашалотик». Исполняет Вероника Каргина, первый класс. Давайте мы ее будем приветствовать бурными и радостными аплодисментами. Только жаль.
наш следующий концертный номер мы специально готовили к самому важному и, пожалуй, долгожданному событию в нашей стране в 2014 году. Это 22-е Олимпийские зимние игры в городе Сочи. Ну, дабы быть причастным к этому историческому событию, поддержать нашу олимпийскую сборную страны, и этот номер исполнит Захар Скляров, учащийся 3 класса. С этим номером Захар получил звание дипломанта отборочного тура 2 международного фестиваля конкурса исполнителей современной песни. Детская неделя на родине народной артистки СССР Александры Николаевны Пахмутовой, который был посвящен ее 85-летию в городе Волгограде в 2014 году. Итак, музыка Александры Пахмутовой, слова Сергея Гребенникова и Николая Добронравова, песня «Трус не играет в хоккей». Исполняет Захар Скляров, 3 класс. Встречаем.